Саня, где заявка? Здесь. Заявка здесь. Здесь пускай уже располагается. Привет, здорово. Привет, привет. Как дела? Лучше всех. Что за мероприятие? Я Костюмчук. Ладно, пишите. Пишите? Да. Мероприятие самое лучшее. Правда, на прошлой неделе были в этом зале на турнире по ММА. Сейчас в этом же зале турнир по грэпплингу. Никогда, насколько я знаю, ребята наши не выступали. Здесь много ребят, даже таких очень молодых, да, для них важно повыступать, почаще где-то побиться. Вот грэпплинг что-то новое, в принципе, для академии, ну, как часть тренировок, это же везде всегда практикуется, но именно соревнования чисто по грэпплингу вот для молодежи, для начинающих такого еще, по-моему, в таком еще, по-моему, не участвуют. Если подходите без документов, вы не раздетые, сразу следующий. По-моему, очень много малых, насколько я вижу. Ну, значит, сделаем акцент на них. Бегать сразу. Две коленки правишь, не так, как все. Его коленка поставил вам уже немножко. По поводу правила, ребят. За экипировку сильно не будет. То есть одеваем, что есть, главное, чтобы это было плотное, прилегающее к телу, не болталось. Можно даже будет в майке, но, допустим, такое не пойдет. То есть должно быть в облип, рашгарды, трико, неважно, что это, все пойдет. Начинайте разминаться. Поединки начинаем через 10 минут здесь. А если будет пытаться сам меня переводить? Защищаемся и переводим сами. У тебя неплохой перевод. Есть, есть. Боковой контроль есть, есть. Надо зайти в боковой, зайти в маму. Заработать очки. Понял? Поехали. Два задания. Я выиграю. Еще раз повторю. Владимир, день добрый. Скажите, кого пришли поддержать? Пришел поддержать сына Ярослава. Как на данный момент выступает? Ну, первую схватку выиграл, победил удушающим. Дальше посмотрим. Давно тренируетесь? Год и немножко. И как успехи? Ну, пока с переменным успехом. Но работаем над этим. Не мешает учебе? Нет, не мешает. А кто инициативу проявил отдать? Ну, я все время хотел его отдать куда-нибудь в спорт, чтобы меньше времени тратил на телевизор, на игры в телефон. Ну и вот, узнали, что возле дома недалеко есть академия. Поэтому завели, попробовали, понравилось, ходит.
Привет, Арсений. Дошли слухи, что ты выиграл этот турнир. Расскажи впечатления и о соперниках. Соперники были очень достойные, все отлично очень боролись, были очень красивые бои. Мои ребята красиво выступили и достойно. Как тебе вообще даются тренировки, учитывая, что ты учишься, успеваешь все? Да, я все успеваю, мне еще помимо ММА есть хоккей, и вот тут. Мне все хватает, все хорошо. Почему выбрал именно Академию ММА? Потому что она самая лучшая и всегда была лучше. Юрич, день добрый! Здорово. Скажите, как прошло мероприятие, результаты, довольны ли вы? Ну, в первый раз боролись по грэпплингу. До этого своих малышей никогда не ставил в такую дисциплину. Малые очень хорошо выступили, результатом доволен. Те, кто повзрослее, чуть похуже. Но, в принципе, для первого раза мне очень понравилось. Было много участников, по-моему, около 120 человек. И каждый провел там по 3-4 поединка минимум. То есть опыт очень хороший. И как бы я считаю, что нужно чаще делать такие выезды. Мы дерем сейчас вон и по карате, и по вьетнамской рукопашке, и по боксу сегодня еще бились. Вот грэпплинг. В прошлый раз был ММА. Нам будет гораздо легче адаптироваться к соперникам. Ребята очень сильно уровень растет. Кого-то конкретно отмечать не буду, но вот именно наша молодежь, самые наши такие маленькие бойцы, меня сегодня, конечно, порадовали. Поэтому я улыбаюсь и я доволен. А расскажи о ближайших мероприятиях, планах Академии ММА. Дёня, куча всего. Ну, ты, в принципе, в курсе, а вы нет. 21 декабря у нас турнир по панкратиону. Вроде планировали детский, но тут набирает такие обороты, что русаки приедут, украинцы. Ну и получается, что все такое очень серьезное. Проведем в городе Столбцы. И, конечно же, InfoG 14, 6 декабря, Falcon Club Arena. Я уже достал всех приглашать. Вот, поэтому приходите, и вы тоже, если вы еще об этом не знаете, 12 крутых боев, ты тоже там будешь, повоюем, куча разных стран, куча чемпионов, это же ночь чемпионов. И в конце еще, наверное, декабря в Полоцке будем выступать, не 100%, но я думаю, 80%, турнир «Паутина», славянский кубок. Вот, организовывает его Евгений Телица, мы с ним общаемся, скорее всего, повезу еще туда ребят. С 30 на 31 тоже там выступим. Ну и вот, в принципе, такие планы. А с Нового года, ну еще не знаю, там, до 3 января где-то отдохнем, а потом начнем, как обычно.